не шутка, и что я стала победителем. Каждую минуту я ждала, что будет какой-то подвох и что-то мне попросит. Благодаря компании «Инград» я поняла, что такие вещи могут быть возможны. На текущий момент я нахожусь второй год в декрете, работаю в юридической компании. Про «Инград» я слышала неоднократно от разных людей, в том числе специалистов, которые работают в отрасли недвижимости, и многократно рекомендовали «Инград» как отличный застройщик с интересными и комфортными проектами. Я знаю, что компания «Инград» часто является спонсором спортивных мероприятий, и в прошлом году в юбилейный московский марафон компания «Инград» сделала такую приятную возможность поучаствовать в данном конкурсе. Я, к сожалению, сама в забеге не участвовала, участвовала супруг и заполнила анкеты на меня и на себя. Вот я стала его победителем. Раньше, когда я слышала, что люди выигрывают в крупных конкурсах, всегда, конечно же, было очень радостно за них, и где-то это было далеко и немножечко неправда. Но благодаря компании «Инград» я поняла, что такие вещи могут быть возможны. А в день розыгрыша я болела с ребенком и находилась в состоянии совершенно туманном, и, конечно же, ни о каком конкурсе даже не помнила. И абсолютно случайно взяла трубку, мне восхищенным голосом разговаривал человек. Каждую минуту я ждала, что будет какой-то подвох и что-то он меня попросит, потому что я ему не верила в диалоге. И только когда начала слышать эхо прямого эфира, параллельно успела написать супругу с вопросом, не сегодня ли розыгрыш, на что он мне ответил, да. И только тогда я поняла, что это не шутка и что я стала победителем. Да, более того, я уже туда ездила, потому что он находится близко к текущему месту проживания. Буквально вчера была там, посмотрела ход строительства и уже построенный домов, прекрасный проект, который находится, опять же, рядом со спортивной базой имени Ларисы Лазутиной, что, конечно же, опять направляет на спорт жителей и будущих соседей данного города. Хочу выразить благодарность руководителям компании «Инград» за то, что они дали такую потрясающую возможность почувствовать себя ребенком в канун Нового года и получить такой значимый, важный, нужный приз.